Пришла пора людей 20 века, и самым влиятельным мозгом, изменившим наше представление об окружающем мире, стал Альберт Эйнштейн. Создатель современной физической картины мира и теории относительности. Эти работы в корне изменили научные представления о свойствах природы и ее устройства. Концепция единства пространственно-временного континуума послужила фундаментом всех современных взглядов на физические процессы. Благодаря письму ученого президенту Рузвельту, предупреждавшему об опасности развернувшихся в Германии работ по делению урана, страны антигитлеровской коалиции сумели вовремя дискредитировать и затормозить атомный проект Гитлера. Нетрудно догадаться, какая катастрофа произошла, если бы Гитлер получил в свои руки атомную бомбу. Под все свои чудачества. Ученый не стригся, никогда не носил носков, поясов и галстуков, Эйнштейн всегда подводил научную базу. Так свою страсть к излюбленному транспорту, велосипеду, он объяснял тем, что жизнь как езда на велике. Чтобы сохранять равновесие, надо все время двигаться. Джеймс Уотсон. Молекулярный биолог и генетик, один из первооткрывателей ДНК. Определение структуры этой цепи признано во всем мире одним из выдающихся биологических открытий века. Благодаря ему человечество получило инструмент для разгадок механизма контроля и переноса информации. Открытие послужило толчком к созданию генной инженерии и расшифровке генома человека. Стивен Хокинг, английский физик. После окончания Оксфорда тяжело заболел неизлечимым боковым склерозом. Последние 40 лет парализован, у него полностью атрофированы все мышцы, за исключением одной мимической мышцы щеки. С ее помощью он и управляет компьютером. Общается Хокинг с помощью синтезатора речи. Удивительно мужественный и оптимистичный человек, всегда готовый подшутить над самим собой. Главная область исследований этого человека – астрофизика. В теории черных дыр открыл явление, получившее название «излучение Хокинга». Удивительный, но факт – личность обездвиженная, но популярная. Фильмы и книги с его участием стали бестселлерами. Среди них «Краткая история времени» и «Вселенная Стивена Хокинга». И, конечно, стоит упомянуть еще одного британского эмбриолога Йена Уилмотта. В 1996 году руководимая им группа ученых впервые в истории науки успешно клонировала млекопитающее, то есть получила абсолютную копию живого существа. В эксперименте использовался хранившийся в замороженном виде генетический материал овцы, которой уже не было в живых. Родившаяся в результате эксперимента овечка Долли стала мировой знаменитостью. В числе прочего, эксперимент показал возможность клонирования человека. Именно после этого Голливуд увлекся блокбастерами о клонах. Клонирование человека сегодня запрещено, но открытие Уилмотта широко используется в развитии регенеративной медицины, то есть выращивании донорских органов. Сам ученый сейчас плотно занимается этим направлением в своем университете.